Так, друзья, всем привет! Выхватил вот такой классный знак, очень редкий, Капонина, Ворошиловский стрелок. Ну, в хорошем состоянии они стоят больше 50 долларов. Ну, в таком состоянии тоже найдет своего собирателя, потому что знак очень и очень редкий. Вот так он выглядит. Ребята, у нас есть обучение антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет, нумизматическая линейка и, конечно же, пиар ваших неокрепших девственных каналов. А с вами самый меткий мальчик Ютуба. Золотой мальчик. Перекупщик! Пошла массовка!